начали опять покупки. Я заказывала сувенирную продукцию на сайте Print Direct. Это магазин прикольных товаров. Вы можете заказать там футболки, брелки, значки, майки, кружки, всевозможные с разными дизайнами, которые предоставлены там в каталоге или которые вы можете сами сделать, если вы владеете графической программой, загрузить туда в конструктор, распечатать и подарить друзьям интересные эксклюзивные вещи. Значит, я заказала разные футболочки и маечки на пробу. Вот такой пакетик мне пришел. С распечаткой всего того, что я купила. Вы на сайте можете выбрать способы доставки. Это или курьерская, или почтой в разные города. А способы оплаты там тоже всякие разные. Ну и первое, что я выбрала, это вот такие маечки для дочки и для сына, вот с их фотографиями. Дочке вот взяла 5XS на 2-3 года. Этот дизайн делала сама в фотошопе. И сыну такая же. Вот, сыну на 8-9 лет 2XS размер. Отличный подарок будет им на лето, будут бегать в веселых майках. И себе выбрала с компьютерной атрибутикой вот такой маечка с надписью SIF, это из игры Sea of Deadly Shadows, размер L-ка, на мой 44-46 я взяла. Теперь еще одна маечка черненькая из мира Skyrim с надписью «Мы знаем». Футболочка тоже из мира Skyrim. Вот, с надписью Крика драконьего, размер М-ка, она мне немножко маловато, вот надо было взять Элечку. Тому, у кого 44-46, я бы посоветовала взять Элечку. Я ношу ее дома. И еще одна майка, вот со всем миром Тамриэль, Элечка. Хочу сказать отдельно, что очень хорошее качество печати, то есть все это яркое. Уже несколько раз стирала, ничего не слезает, то есть безумно довольна. И заказала еще магнитик открывашку, то есть здесь открывашечка для бутылок, а здесь магнитик тоже с Каримом, вот с карты с Каримом. Вот такие интересные у меня покупки получились в этот раз. Надеюсь, что информация будет вам полезна. Ссылки на товар оставлю внизу под видео.